Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я на маленьком пляжике, погода позволяет. У меня вот такой китайский металлоискатель. И, в общем, я на этом пляже уже как-то находил пару монеточек, ну, таких советских. Поэтому есть у меня пару часов времени, почему бы не заняться пляжным поиском. Погнали. Вот такой вот маленький пляжик. Сегодня задача его обследовать. Я здесь находил советские монетки 20-х, 30-х годов, поэтому вполне может быть. Вот Илюх уже что-то отыскал. Пойдем копать. Ну-ка, попикай. 54. Ну что это? Делаем ставки. 74 сигнал. По идее, монетка. Проверяй. Вытащил, нет? Да, вытащил. Вытащил. Там нет ничего. Давайте смотреть, друзья. Нет. 1 рубль. Ну, вот таких 10 тысяч мы окупили металлоискатель. Ну, ищет, ищет. Нормально. Хотя, конечно, современные деньги не прикольно. Лучше бы... Что, есть? Смотрим, друзья, вот он, вот она, пробка. Хотели советские деньги, Илюх, и прям тебе вот, на. Это современная пробка. Да, понятно, но ведь не придерешься. Советская, советская. Первый раз такую, кстати, нахожу. Так, еще один был хороший сигнальчик, прям на дороге. Сейчас посмотрим. О, у меня в руке. О, слышите? Упало, что ли? Упало. А что упало? Блин. Вон. Где она? Куда упал-то? Вот. Вот эта штука. И это какая-то фигня. Так, друзья, смотрите, какая находочка у нас. Это пуговица. Пуговица алюминиевая. О, какая симпатичная. Прикольно, мне кажется, да? Ну, не монетка, но тоже хорошо. Монетка. Монетка, монетка. Там пуговица все-таки. Пуговица? Надо отмыть ее, отмывать. Ага. Так, друзья, смотрим, что это. Пуговица или монетка. Проверим. Слушайте, ну непонятно. 10 рублей современные. 10 нет? Рублей? Не знаю, я вообще ничего на ней не вижу. Артефакт? Да, какой-то артефакт, друзья, смотрите. О, что это? Топор. Топор древний. Да нет, конечно. Прародитель алфавита. Буква R. Так, из бесчисленного количества пробок, которые я вам не показываю, ну вот, водочная советская. То есть, ну, в принципе, это вот уже советский слой, Илюх. О, классная находка. Что это, знаешь? А? А? Давай, идентифицируй. Правильно, комфорка от газовой плиты. Есть еще что-то? Да. Сейчас копнем. Так, еще одна монетка, 50 копеек, и вроде там у Илюхи... Есть еще монетка, да, Илюх? Такой чувство, что это мент, типа будто я копаюсь. О! Есть, есть, есть. Доставай. Нет, это не монета. А что это? Это сюрикен. Вот это? А что такое? Звездочка, сюрикен. Смотрите. Нет, типа свинец сплавленный. Какой-то грузик. Грузик, монетка. Еще одна ямка и на этот раз уголок. Ну, пока нас не радует этот пляж. Не знаю почему. Сейчас, ну мы не сдаемся. Так, ну наконец-то хоть что-то советское, кроме того СССР. Смотрите, маленькая копеечка. Знаете, какого года? Сейчас покажу. 1900. Что такое? Ай, это мне видно. Ну вот такая, друзья. Симпатяшка, продолжаем. Еще одна, смотрите. Оп. Что там?
15 копеек, 61 год. Вот такая утертая вообще в хлам, вытертая, но приятненько. Так, и еще одна монетка. На этот раз 2 рубля современные. Окупаю металлоискатель. Слушайте, ну прям скажем, не густо. Не густо. Две монетки, это 15 копеек и 1 копейка, ну и остальное все современное. Естественно, без счету пробок, ну, без этого никак нельзя. Сейчас ребята проезжали мимо джиперы, сказали, что здесь часто ходят, поэтому место выбитое. Если так, то повезло хотя бы две монетки найти. В общем, Миклуха Макфлай, друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. О, тут рыба бьется. Может, надо было удочку брать? Вот я что подумал. Все, пока-пока.